А студенты ЯРГУ имени Демидова провели флешмоб «Не проспи выборы». Так, факультет социально-политических наук отметил Международный день сна. Там учится и моя коллега Алена Стецук. Она не упустила возможность проспать лекции. Спящие студенты в коридорах и аудиториях – это не усталость после сессии, а праздник. Раз в году учащиеся ЯРГУ приходят на учебу в пижамах. Главной площадкой дня сна с момента его появления является факультет социально-политических наук. В нашем факультете проходит много мероприятий, но чтобы прийти в пижаме в университет – это такое, скажем, интересное занятие и необычное. Ты отдыхаешь от обычной одежды, переходишь в обычной пижаме и чувствуешь себя как дома. Празднуют сонный день очень даже бодро. Студенты провели утреннюю зарядку и отправились просвещаться о пользе отдыха. Узнали, что для здоровья необходимо спать 7-8 часов в сутки. А девушки подметили, без полноценного сна даже с физическими нагрузками сильно не похудеть. После участники квеста отправились на викторину, а затем устроили танцевальный флешмоб. Это очень яркое мероприятие, потому что столько сил в него было вложено. И мы очень рады видеть людей, которые к нам приходят и которые довольны тем, что мы сделали. Вот. И мы сами получаем кайф от того, что мы делаем, потому что это весело, это внеучебная деятельность. В этом году студенты решили сделать день сна тематическим под девизом «Не проспи выборы». Одним из стилистических элементов стали импровизированные бюллетени с описанием пошагового прохождения квеста. Проблема сна, она очень актуальная, особенно в период сессий. И мы испытываем все недостаток сна по данным международной ассоциации медицины сна. И поэтому этот праздник мы с особым удовольствием отмечаем и у нас на факультете, и бывает его делаем таким тематическим, как, например, в этом году. Завершился праздник логично – сонным флешмобом под колыбельную. Отметить день сна на родном факультете в разгар рабочего дня удалось и мне. Алена Стецук, Максим Сушанов, «Новости города».